Встречи с избирателями, общение с людьми, интересы которых и предстоит защищать любому избранному депутату. Живое общение, за которым всегда обсуждение волнующих людей вопросов. Для сельских жителей это прежде всего дороги, работа и организация досуга для детей и молодежи. Кандидат от партии «Роста» Юлия Пархоменко знакомится с анапчанами, рассказывает о себе и своей работе в роли общественника и руководителя. За государственно-частным партнерством будущее, считает Пархоменко. Я считаю, что все крупные предприятия, которые есть на территориях, они должны помогать муниципалитету, и тогда будет сделано гораздо больше и гораздо лучше по количеству дел. С живым интересом проходят встречи избирателей и кандидата. Из зала всегда звучат обращения. Главное, как законодатель может помочь в решении простого бытового вопроса. Очень просто. Главная задача – продвигать социальные проекты и выбивать для них финансирование из вышестоящих бюджетов.